Заболеваемость ковидом медленно, но растет. В среду выяснилось, что вирус подхватили еще 706 человек. По данным Минздрава, специалисты обработали почти 11 тысяч тестов. В числе заразившихся 43 медработника. Лечение в больницах проходит 745 пациентов. 108 из них находятся в критическом состоянии, 17 интубированы. Сообщается о 9 летальных исходах. 8 смертей произошли в предыдущие периоды, одна накануне.